Власти поддерживают бизнесменов, которые работают в Химках. МБУ «Малый бизнес Химки» проводит конкурс на выплату субсидий предпринимателям. В частности, компенсации затрат на модернизацию и коммунальные услуги, а также поддержка социальной деятельности. Помогать бизнесменам, которые пропагандируют здоровый образ жизни, сам Бог велел, считает заместитель главы администрации Игорь Панчук. Он предложил руководству магазина здорового питания поучаствовать в конкурсе на субсидию из муниципального бюджета. Будем реализовывать субсидирование данного вида деятельности с руководителем магазина. Эту тему мы проговорим, будет подготовлен соответствующий пакет документов, и потом комиссионно будет принято решение о выделении субсидий для развития данного вида бизнеса. Название «Живи здорово» говорит само за себя. В магазине принципиально отказались от продажи алкоголя и других вредных для здоровья продуктов. Вместо чипсов и газировки на прилавках дары Алтая и Сибири. Гордость магазина – кедровая продукция. Мы занимаемся переработкой, производством кедрового масла. Стоит специальный пресс. Их с помощью холодного отжима мы получаем очень высококачественное кедровое масло. Посетители магазина таким необычным ассортиментом приятно удивлены. Производство-то наше, российское. Алтай. Решение о выплате субсидий будет принято уже в конце ноября, начале декабря.